Город Бендеры, 21 июня 2017 год. Ну пошли в шашки поиграем. Вечерняя прогулка, часть вторая. Так, вот ребята пошли играть в шашки. У меня есть еще 17 минут, и я, наверное, быстренько сейчас эти 17 минут тут вам покажу. Змейку так вокруг Фотформоза. Так, что тут еще на тут за фильм? Давайте посмотрим. Так, называется он. Очень плохие девчонки. Да, я бы на такой не женился. О, мумия. Вот Том Круз в каком-то дешевом трэше играет. Не знаю, конечно, фильм, наверное, будет вообще никакой. Какая-то будет муть полная. Так. В общем, идем мы на этот вот фильм. А потом я вам расскажу, что это за фильм. Вот на последний сеанс 21:40 он будет. Так, змейка. Вот она, змейка. Вот молодежь уходит куда-то. Буду быстренько сегодня. Не хочу много. Ну, вот. Как встретились, где-то там парочка. О, все, чтобы она меня не заметила, этого не надо. Так, ну пойдемте, может, там где-то во двор какой-то заглянем. Тихонько. Вот наши собачки бендерские. Так, Уля Сакирова у нас там, правда, парочка целовалась, не хотела. Так, ну что, давайте тогда я перейду дорогу, пойдем так прямо, пока есть еще до кинотеатра время, минут 15 я. Там еще можно минут. О, это что, наверное, шмель был, да? Я так думаю. Значит, а вот у нас тут есть магазин, где продают плитку. И вот маме рассказывала, ну, знакомая, которая работает в этом магазине, в связи с тем, что, значит, никакой торговли нету. Оставили одного продавца, грузчика, совмещенная профессия вместе с водителем. И и что еще оставили в этом магазине? Уборщицу. Раз. Она приходит раз через день и на 4 часа. В общем, можете посчитать. 15 на 4, 60 часов у нее. Ну, тут у нас такой двор элиты. Тут очень многие живут. Непростые смертные. Я в прошлый раз так снимал, но что-то я побоялся. Ну, вот такой вот двор. Книжный магазин. Это машины. Это двор. Кстати, это говоря, восьмиэтажки. Тут квартиры, насколько я помню, смешанные в этих домах.
Не знаю, будет вам видно, не видно. Как что. И... Идемте назад. Обходить я ничего не буду. Вот знаете, я очень много смотрел всевозможные ролики. Вот. Еще вывеска осталась, где я оставил много своих денег. Это компьютерные игры. Приставки. Так. Что-то я немножечко уже находился. Вроде ничего не делал, а устал. Такое, знаете, у нас бывает. Ничего не делая, и дома двухэтажные тут, и... Ну... Что я все о плохом? Вот тут парикмахерская была. Ой. Все, вот уже. На моих часах 9 часов 15 минут. А, давайте вот тут еще я вам прогулочку такую маленькую. Тут вообще я редко когда хожу, но для зрителей что не сделаешь. Зрителю сделаешь все. Любой его каприз. Темно, вторая часть будет немножечко темноватая. Вот я снимал вечером. Так. Ну что, давайте так. Как я любил в детстве ходить. Я так и пойду. Вот тут был видеопрокат когда-то. Ой, как это давно было. Видите, до сих пор написано видеопрокат. Вот он тут был. Так. Вот там что-то молодежь делает. Ну, в принципе, я думаю, идти, не идти дальше. Сами смотрите. Что и как на улице Ленина. Вот этот книжный магазин, где были по-настоящему хорошие книги. Какой был дефицит когда-то книг. Так, люди идут в кинотеатр. Я со своей стороны буду тоже спускаться. Опа! Ох! Не знаю, куда люди идут. Тихо, тихо у нас, тихо. Надо выйти к свету. Вот, где-то там, может быть. И что-то может быть. Ну, сидеть я все равно буду сейчас без толку 2 часа этот фильм смотреть, поэтому... Да, по поводу билета. В связи с тем, что... Там к 19 числу Шри большой подарок сделал доллар 15 рублей 50 копеек, а лей 92 копейки теперь, и поэтому
Ну, как хочешь, так и живи. Конечно, это не очень так хорошо. Считайте на сколько это, на 35% где-то доллар сделали девальвацию. Ну, посмотрим при нашей минимальной заработной, вернее, пенсии 600 рублей. То есть практически как на территории Украины, тоже 40 долларов пенсии. Вот я вернулся опять к кинотеатру. Ну что, на этом все. Город Бендеры, 21 июня 2017 год. Примерно 21 час 15 минут сейчас. Ну все тогда. Я буду ждать фильм. А вам до свидания. До новых встреч. Мне очень понравилась эта вечерняя прогулка. Надо их делать почаще. Это будет намного интереснее, чем ходить в наше пекло. Вот этот зной невозможный. А вечерком часик прошелся и все хорошо. До встречи. До свидания.